Здравствуйте, друзья. У меня небольшой вопрос к нашей зрительской аудитории. Дело в том, что я нахожусь в начале некоторого пути, который состоит в том, что мне предстоит беседовать с большим количеством стартапов. В принципе, как бы тематика наша – это участие этих стартапов в воспитании наших студентов, да, то есть там практика производственная, там проекты, которые мы у них возьмем и так далее. То есть у меня много будет контактов таких. И в частности, когда я со стартапом там общаюсь и какие-то приятные фишки, которые вот мы можем предложить в порядке дружбы, я могу им сказать: вот у нас есть там канал, может с вами там, сказать, побеседовать, вы расскажете о себе, о вашем стартапе, о том, что вы делаете и так далее. И им обычно не хватает вот этого вот доступа к аудитории. Они любят рассказывать о себе, они практикуются в этом. Это как бы ценная вещь. И у меня есть несколько каналов. Значит, есть канал, вот, который мы с вами сейчас смотрим, «Голос Кремниевой долины», и канал русскоязычный. Еще у меня есть канал школы нашей, Портнов Компьютер School, называется он Портнов School, так вот, youtube.com/Портнов School, и там подписчиков, ну, 1030, может быть, там не безумно много, но есть, вот. И он такой, как бы, можно сказать, образовательный канал, там много всякого есть из наших аудиторий, там интервью с людьми разными. Я могу туда вешать, потому что интервью эти будут на английском. И я, в общем-то, не уверен, насколько наша аудитория хотела бы на все это смотреть. Ну, допустим, если бы мы раз в неделю встречались с каким-нибудь стартапом, вот, то и на английском. Я знаю, что есть люди, которые все время мне пишут и говорят: вот, а стартапы покажите, а побольше того покажите, там еще что-нибудь покажите. Это могут быть не только стартапы, это может быть венчурный капитал, то есть люди, которые деньги дают, которые могут рассказать там, кому они дают, почему они дают, а кому не дают, что для них как бы там красный флаг там какой-то и так далее. В смысле, опасность какая-то или там непрохождение. Вот. Это как бы отдельная тематика. Я, честно говоря, при всем при том, что канал наш называется «Голос Кремниевой долины», я это больше воспринимаю не как технологический такой канал, а все-таки просто как некоторая местность, где много технологий, и вот как люди живут в этом месте. Поэтому я хотел вас как-то вот спросить на этот счет. То есть я понимаю, что, наверное, те, кто откликнется, в большей степени это люди заинтересованные. Но я не знаю, я могу на школьный, могу на этот. Могу иногда туда, иногда сюда. Могу на русском сюда, на английском туда, если там кто-то будет русскоязычный. Ну, в общем, честно, насколько тема стартапов вообще кого-то интересует. Может быть, тема стартаповской визы больше интересует, чем тема там стартаповская технологическая. Поэтому я хотел как-то вас так спросить, какое настроение. То есть мы не будем этого делать каждый день 100%. Мы в лучшем случае можем это делать, можем, ну там где-нибудь раз в неделю. Ну, вряд ли мы в состоянии делать это чаще. Потому что это тоже время, и договориться надо, и другие дела у меня тоже много разных. Вот, поэтому, ну, в общем, смотрите. И поделитесь, так сказать, своим настроением в этом деле, а я буду прислушиваться и, в общем, соображать, что делать. Точно так же, как, например, я не вывешиваю на канале нашем учебные видео, которые я занятия веду с ребятами. Они идут на дополнительный канал, на наш, на второй, на Портнов блог, да, для тех, кто хочет посмотреть. Вот. А на этом, я понимаю, не так много народ, которые интересуются конкретно тестированием. Поэтому, чтобы вас не бомбардировать вот этим хозяйством два раза в неделю, значит, я это сбрасываю на другой канал. Поэтому, в общем, такого плана, да, то есть, насколько вам это интересно, вопрос фактически такой. Счастливо!